Привет всем, с вами Данил Тру60. И вот началось испытание на Ронин Китану. Я накопил 360 душ на паза 360. И вот, смотрите, тут в конце должна быть Мелина. И поэтому, что-то мне кажется, что должны были повыситься шансы, что выпадет алмазная Мелина. Ну давайте, открываем. Кто у меня тут все исправил? Как бы вот началась 50 душ, 500 душ. Ну, как бы я вам обещал это, значит это. Я держу слово. Открываем. Так. Новый уровень. Кинжал Сай. Ко мне элемент. Призрак Кунло. Ну, не знаю. Жалко, что не Мелина, но ладно. Но я уж подумал, что мне выпал Мелина, потому что мне как бы выпали кинжал Сай. Я уж подумал, что мне Мелина выпала. Кулау. Вот, мне выпали кинжал Сай. Я подумал, что это мне как бы Мелина выпала. Прокачиваем его по максималке. Ладно, полностью по максималке не можно. Нельзя, точнее. Не можно, а нельзя. Можем составить команду. Подождите. Вот, все, я вернулся. И у нас Люкан огненные кулаки в начале боя будут почти с рентгеном. Нам будет только вот чуть-чуть накопить. В начале боя будет с первым спецприемом. Это прикольно. Ну, нормально так минут. Смотрите. Что может быть произошло? Пятый уровень. Три Триборга. Залезь в второй спецприем. Минус. Так, оглушение. Минус. Ha ha ha!
Давайте доиграем уже. Что дамаг возвратился, когда мы убили Черного Императора. Well done. Ой, Темного Властелина Каталькана. Нам дамаг почти весь вернулся от коротких с приема. Смотрите, в общем, смотрите. Заходим в магазин. Пролистываем до этих карточек. Вот купила маски золотые. Вот смотрите, классик Милина, классическая Милина. Смотрите, классическая Милина. Только в фракции. Ну, побольше играть, может быть, повезет. Ну все, ладно, всем пока. С вами был Данил Гриш 60. Увидимся в следующем видео.